Всем привет, дорогие друзья, с вами Микрик, и сегодня у меня для вас грустная новость. Я дал свой тот аккаунт, который мне подарили, обратно. Да, это фигово, да, но нужно прокачивать этот, нужно тащить. Нельзя быть на всем готовым, и мы будем сегодня этим заниматься. Знаете, чем будем заниматься? Тащить. Хотя нет, какой тут бо нахер. Броубол сейчас пойдем. Катать будем, катать. Кстати, извиняюсь, что 2 дня не было роликов. Так, я думаю, блин, сейчас как мяч взять. Блядь, гандон, хули ты делаешь? Сука. Я надеюсь, я ульт не просрал сейчас. Блин, пиздец, сейчас херово. Если я еще и просрал. Так, ульт я не просрал. И это я вам скажу очень хорошо. Короче, давай я с двух сторон, ладно? На нахер, вороненок, блядь. На нахер. И ульту, блядь, срал, сука. Забивай быстрее, давай. Красава. Вот это морской череп. Ну, там, на самом деле, ясель прима больше. Ребят, сделал. Давай, пас, культ, ёпт, на нахер. Кончен он, блядь, возьмет сейчас ультанет и все, блядь. Так. Нахер, он его сейчас возьмет, гандон вы. Ой, блядь. Сука, гандон, блядь, ебаный, сука. Гандон, блядь. Не дал мне нахер забить. Вот, блин, Фрэнк. Нет! Забили гол, все-таки забили. Ай-яй-яй. Знаете, что, давай! Нет! Отлично, давай! Загасил, давай! Кольт, на тебя надежда, красава, Кольт! Кольт, молодец! Ты красава, Кольт! На самом деле, мне сейчас очень тяжело. Может, я ближник? Там главное, чтобы Кольт сейчас тащил. Блин, ай! Я думала, нам на автоатаке пнет мяч. Давай! Красава, кольчара, я вам скажу, тащит, ёпт. Хоба. Охеренчик. Стой, подожди. Подождите, ёпт. Ой, ёпты. Ёпта, давайте, гасите ворона и забивайте гол скорей. Скорее, ребятушки. Ребятушки, вы понимаете, что это ничья, ёпта. Ненавижу ничью, ненавижу. Ничья это как поражение, ноль. Хотя чуть лучше. Ноль, а не минус. Ноль, ну блин. Ну что это такое ноль, Кольт? Бля. Ой, ёпты, я налажал. И все тут налажали и посливались нахер.
На-на-на-на-на! И все, блин, посливались, на-на-на! И команда, блядь, дерьмо! На-на-на! На-на-на! На-на-на-на-на-на-на! Так-так-так, и так-так-так, нас сейчас гасанут, так-так. Давай, ёпты, бей! Так, мы должны тащить. Мы должны тащить, давай! На нафиг, я всех перебил. Отлично. Отлично просто. Просто топ-топ, просто топ. Давай, гаси. Гаси гандона, гаси гандона. Отлично. Гандон загасил. Половину гандон загасил. Половина готова. А он почти двух гандонов загасил. Так. Вот так. Ой, гандон. Вот гандон. Нет, блядь, гандон, сука, ебаный. Нет! Фак тебе в рожу, блядь. Сука, гандон, блядь, я из-за тебя, нахуй, слился. Где, блядь, Ирприма, сука? Вот он, гандон. Опа-на. Ирприма, на Ирприму, так. Нита со своими медведями мешать будет, отвечаю. Ой, извиняюсь, ребят, так, извиняюсь. Изянки... Так. Хоба-на-хоба. Слушай, ты, гандон, ты охуел? Ты охуел? Так. Я не знаю, что делать. Что делать, ёпт. Сделал так. Ай, нахуй, я наоборот им помог, сучка. Сучка! А, давай! Давай! Я бегу! На! Отлично, сейчас я спас. Мои возродились. Я возродился и... Сучка! Нет! Нет! Ловлю мяч! Нет, ну как рикошет? Блять, сука, гандон, ебаный, сучка. Пидорас, блять, нахуй. Сука, гандон, блять. Гандона, нахуй, да, охуенно. Быстрей. Давай, ахерен. Тут ли прямо лоханулся? Скажи, что он... Жестко лоханулся, так ничего не сказать. Там пиздец жестко лоханулся. Ой-ой-ой, дефать. Так, пошла нахер. Сука, медведя, блядь, своего, со своим медведем заебала нахуй. Хоба! Выбил мяч. Сука, давай. Я, блядь, поймал, и ты поймай, гандон, давай выпьем. Ой, гандон. И ты, гандон, на. Отлично. А! И! Я забил, ребят. Вы видели? Этот охуительный момент. Вы, черт подери, это видели? Вы это сейчас видели, что я забил так, блин, офигенно. Пожалуйста, поставьте лайк под это видео. Ну а я беру, знаете кого? Була.
Потому что у меня всего 245 кубков на нем. И иду в бой. Кстати, давно очень не каталась была. Очень давно. Ну, на самом деле, это один из самых говняных персов в игре, по моему чисто мнению. Поэтому я на нем не катаю почти вообще. Почти вообще не катаю. Хопа. Ну, у меня уже, кстати, 4 буста, я вам скажу. Сука, иди нахуй, блядь. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Нормально, нормально, нормально. Сука, кара, блядь. Сука, иди нахуй. Бля, за мной гандон, блядь, идет. Знаете, что я умею забыла? Это уворачиваться хорошо. Жесть, тебе пизда, ты понимаешь? Тебе, черт подери, пизда. Джесси. Привет, Джесси. Джесси, привет, Джесси. Блин, я уже думал, гасанет еще. Давайте отхиляемся. В кустах посидим, да? Так, никого. И никого! Давай. Бля, чуть не гасанул, ты зырь, а. Ты, зырь, чуть не гасанула. Ну, давайте постоим, подождем. Хоп-хоп, постояли, подождали. И мы первое место заняли. Первое место. Куда-то не туда меня заносит вновь. И нажимаю. Играть я снова. Играю снова за Була. И буду я тащить. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Ящик я ломаю быстро. Бам-бам-бам. Чё-то она меня находит. Вот не то. Не то. Рэпчик стоит мне писать, но не пишу его я. Почему? Почему-то. Вот за пару лайков напишу. Напишу. Блин, что-то меня реально занесло. Вот реально, я вот, как сказать вам, не планировал. У меня вот в планах. Вот я когда планировал ролик снимать, у меня не было планов. А вот это сейчас говорите, я это сказал. Но если вам понравилось, и если вы хотите, чтобы я придумал свой рэпчик, свою песенку, то, ребят... Говорите. Ой, блин, зря. Ой. Зря ультанул. Зря. Опа-на. Беги, у меня. Видишь, баночка? Так, гоняюсь. Опа! Оп! И хоба! Ой. Река, иди нахуй. Блин! Нет. 14-й ранг, ну нормально. Го дальше в бой. Я иду дальше в бой. Несет меня вот постоянно не туда. Забула, зачем-то я иду. Не нравится мне этот перс. Зачем, блин, я его взял? Зачем он нужен мне? Зачем? Подскажи ты мне. И я не знаю, зачем. Зачем я взял, блин, этого Була? Не хотел я брать его. Я не хотел за него играть, но посмотрите на него. Ну как он тащит, он же полное дерьмо. Та-дун-та-дун-та-дун-та-дун-та-дун-та-дун. И я тащу, блин, за него. И помоги. Я тащу вот за него.
Я тащу за него. И Дэрэл Лошар. Блин, пиздец. Опа, загасил. Слышь, не та. Надо будет мне, я тебе подкачу, хочешь? Ну и чё там, Пока? Я сильнее, блядь! Сука! Пошёл нахуй! Ой, блядь! Чё? Я как-то третье место занял? Чего? Второй, то есть. Нормально, погнали дальше. Такс. Погнали в бой. Так, иду я за тем бустом. И чё? А, вижу розочку. Розочка, подойди ко мне. Розочка, подойди ко мне, ты вновь. Розочка, я знал всегда, что ты говноедка, которая хочет меня убить. Я знал всегда это на свете, что ты говноедка. И какую-то херню я сейчас несу, и брока я сейчас хочу. Ай, блядь, сука! Если чё, сейчас не за него играл я. Ладно, это если чё, сейчас не я был. Сука. Ой, блядь. Меня уж бомбит, ребят. Бомбит. Если я сейчас жестко начну материться, это будет... Это если чё, нормально. Ладно, хуй с тобой. Ой, бля. Ой, бля. На тебе, придурок. Попал, нихера. Вот это зырь. Зырь, как я уворачиваюсь от Барли. Барли лох. Попасть не может, ведь он, блин, наелся. Блох. Я достану. Оп, я знал. Ой, бля, а вот это я не знал. Сучка. Мочи Гондона. Красава. От Гондона замочил молочек. Сука, ой, бля. Ай, чуть-чуть бы еще. Лан, берем мы другого перса. Я уже привык, что у меня тут есть Эмс. Есть 8-бит. Есть ПМ, Фрэнк, блин. Биби. Ворон. Джин, Спайк. Ай, нет. Ворона у меня не было. Спайк у меня не было. Есть. Леон. Ну, я хочу за тебя сыграть. Не, я не буду. Надеюсь, ребята, он мне когда-нибудь выпадет. Надеюсь. Чтобы я мог снимать про него клевые видосики. Потому что я за него тащу, и я сам поднял на том аке 500 кубков. Обидно, что у меня нет Леона. Ну, чё, ладно, не будем грустить, грустным, так сказать, не будем. Мы лучше загасим пока 8 бита. Да, я что-то подгрустил.
Ой, бля. На. Так, так, так. Я иду, бус ломаю. Еще, еще. Нихера, тут бустов, ребят. Вы понимаете, что тут просто куча бустов, наверное, друг друга убили, короче? Ай, ох, ох, не ко мне. Хоба. Смотри, зырь, как могу, тик. Круто, я тебя угандошил, да? Давай, херач. Ну, все, отлично. Кстати, Пен, это, ё-моё, это как ее там, Пенни? Ребят, кстати, я подумал сейчас и решил. Давайте так сделаем. Когда у меня будет 100к, под, ай, не 100к, 100к, это я чересчур уже переборщил. Когда у меня будет 50 подписчиков на 50 подписчиков, я покупаю себе Лего и разыгрываю что-нибудь вам. Согласны? Я лично согласен. Это будет достаточно затратно. Вы представьте, что Лего стоит 600 гемов. Это два раза по 360. Будет достаточно сложно. Блин, пока. Ну, я готов потратить такую сумму на вас. На вас, моих подписчиков. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на канал. И ставьте лайк под это видео. Так что вот, договоримся. На 50 подписчиков я снимаю видос. Постараюсь, если будет акция. Я снимаю видос, как покупаю Лего себе. И разыгрываю где-то, наверное, так, две акции по 80 гемов. Или по 100 с лишним сделать, по 170. Думаю. Почти сгасил, ну? Была не была, ладно, херси. Так что, ребят, если вы хотите, я понимаю, вам может насрать быть, там, что у меня там будет, и смогу ли я снимать про это видос. Но я думаю, вам не насрать будет, что вы можете получить на халяву гемы. Гемы на халяву. При том, что будет всего 50 человек, понимаете? 50, черт подери. И будет очень большая вероятность выиграть в этом конкурсе. Потому что будет участвовать очень мало людей. Кстати, вы знаете хоть одного ютубера, у которого 50 подписчиков, и который тратит такую колоссальную сумму? Будет тратить. На 50 подписчиков. Я лично не знаю. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. И поставьте, не забудьте поставить колокольчик и лайк под это видео. Тогда я пойму, что вы его посмотрели. Пойму, знаете еще что? Что вы хотите? Вот этот конкурс. Ой, блин, не! Сейчас... что-то не заходит, что-то... Ох, ладно, ребят. Спасибо вам большое за просмотр. Сказал все, что хотел. Поиграли. До свидания. Всем удачи. Всем пока.